Здравствуйте, уважаемые любители киберфутбола. Телеканал «Ситанта Казахстан» продолжает трансляцию супер замечательного турнира под названием «Ситанта Про Лиг». И 28-й тур открывает у нас матч между Исламом Бахытовым и Анетом Елеусиновым. Актау против Атырау. Дерби у нас сегодня. Ну и Манчестер Юнайтед против Атлетика Мадрид. 12 место занимает Ислам Бахытов. 14 место Анет Елеусинов. Но Исламу Бахытову беспокоиться нечем. Я еще на прошлом эфире говорил о том, что у нас всего лишь две интриги осталось до конца чемпионата. Это первая интрига, кто займет третье место. И вторая интрига, кто же окажется последним в турнирной таблице. Вот Исламу Бахытову беспокоиться не о чем, потому что 12 место его недосягаемое. И даже если Анет Елеусинов сегодня одержит победу и одержит в последующих двух, то Ислама Бахытова все-таки не догонит. Но Анету Елеусинову нужно побеждать в этом матче. Ему очки нужнее, потому что хороший момент. Антуан Гризман падает. Ошибается Ислам Бахытов при выходе из обороны в атаку. Но все закончилось хорошо. Дехея. А вот Дехея ошибается. Коке. Ланшот. И вот Эрика Баи. Ну вот спасибо, да, Анету Елеусинову. Он сейчас поставит нам индикатор фамилии игрока. Вот, собственно, мы только что это можем с вами наблюдать. Спасибо, Анет. И можем продолжать, дорогие друзья. 8-я минута у нас матча. Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид. Уже с первых минут Анет Елеусинов предпринял несколько. Ну, еще и замена у Ислама Бахытова. Мурал Филайни уходит. И Маркус Решфорд. Да. 7 виртуальных минут сыграл Маруан Филайни и отправился на замену. Вместо него вышел Маркус Решфорд. Коке. Коррея подает, попадает в Гамейра. А, ну так вот, если Анет Елеусинов сегодня побеждает, то, собственно, уже намного вероятнее того, что последнее место он точно не займет. И я думаю, что это будет отличный повод поздравить Анета. Правда, нужно его обыграть Исламу Бахытову. Ислам Бахытов, я уже сказал, ни на что не претендует. Ислам Бахытов просто, наверное, желает остаться в районе 12 места и в последних матчах просто получить удовольствие и готовиться на Ситанта Кап, который пройдет, дорогие друзья, совсем уже скоро. Асиаль. Лукаку! Лонгшот с левой ноги, но в створ ворот не попадает. Смотрим еще раз. Хороший удар, но мимо ворот. И Ян Облак будет вводить мяч в игру. Филипп Луис. Томас. Годин. Пошел центральный защитник в атаку и ошибся, собственно. Лукаку. Перевод на Антони Марсиаля. Пас назад Андре Эррера. Марсиаль. Здорово, Андре Эррера, Поль Погба. Хороший пас на Андре Эрреру. Лукаку. Пока у Ромео Лукаку прицел очень сбит. В этом матче я имею в виду в виртуальном. В реальном мы знаем, что сейчас на чемпионате мира Ромео Лукаку совсем недавно блистал против Панамы. Ну а пока в матче Ислама Бахытова и Анета Елеусинова Лукаку прицел очень сильно сбит. Два момента и два удара мимо ворот. Гризман. Хороший пас в разрез на Гамейра. Кевин хочет штрафную, с левой ноги пробивает. Но Давид Дехея на месте и выручает Ислама Бахытова, испанский голкипер. Вот я уверен, что вы, наверное, смотрели матч реального футбола Испания-Португалия. Когда Давид Дехея так от Криштиану Роналду пропустил. Подача в штрафную. Матич выбивает. Остается мяч у Анета Елеусинова. Почему-то Анет не стал разыгрывать в своем стиле угловой. То есть разыгрывает с ближним, а потом болролами пытается зайти в штрафную. Оттуда прострелить в центр. Но решил сегодня сразу подать.
Эррера. Хорошо. Марсиаль. Андеррера и пенальти. Это 11-метровый, дорогие друзья. На 22-й минуте Ислам Бакытов получает шикарный шанс для того, чтобы выйти вперед. Савич нарушает правила. И Ромео Лукаку. Посмотрим, может забьет здесь. Не забивает на добивание. О, благ. Дважды делает сейв. Ну, Ромео Лукаку в самом начале матча еще как-то игра смазалась. И вот, пожалуйста, она продолжается. Ислам Бакытов не забивает 11-метровый. Подача в штрафную. Снова Облак выходит. Ну вот, как бы не сработало старое футбольное правило, да, которое звучит: не забиваешь ты, забьют тебе. Гризман. Корея. Снова Гризман. Здорово. По флангу Корея. Сам входит в штрафную. Будет подача. Нет, ложный замах. Пас в центр. И Гамейра 1-0. Кевин Гамейра открывает счет в нашем матче. Ну вот, собственно, и убедились, дорогие друзья. Не забиваешь ты, забьют тебе. И 21 номер Атлетико Мадрид. Кевин Гамейра. Счет открывает у нас. Ну, здорово сыграл Анет Елеусинов, отбив два выстрела от Ромео Лукаку в исполнении Ислама Бакытова и Ромео Лукаку. И, собственно, смог забить гол. Причем вот этот ложный замах был прям как нельзя кстати. Отдал пас в центр, там, где караулил совсем один Кевин Гамейра. И, собственно, счет у нас Анет Елеусинов открыл. 29-я минута встречи. 1-0 впереди Анет Елеусинов. Лукаку. Витало здорово вернулся и мяч забрал. Корея. Пас в центр. Гамейра. Продолжается атака Анет Елеусинова. Корея. Хороший пас в центр. Но Крис Смолинг. Вот Крис Смолинг у меня по ходу всего этого нашего чемпионата, этого нашего турнира Зиданта Про Лиг, если выделять центральных защитников, я бы выделил Криса Смолинга. Корея. Ложный замах. Снова Витала. Вот практически идентичный мог получиться гол в исполнении Анеты Елеусинова. Снова атака правым флангом. Вошел в штрафную. Ложный замах. Прострел в центр. Но здесь уже Витала в касание пробил. Кстати, дорогие друзья, в FIFA 18 очень трудно иногда... Ну, на первый взгляд вам покажется, что я несу бред какой-то и... На первый взгляд кажется, что это легко. На самом деле нет. Бить в касание намного труднее, чем после приема мяча. То есть, когда ты бьешь в одно касание, это очень трудно попасть в ворота. Вот что мы убедились. А вот если даже есть гайд какой-то такой по FIFA 18, где один из фиферов российских рассказывает, что гораздо... Лучше сначала остановить мяч, потом пробить, стараться. Конечно, бывают моменты, когда просто нельзя останавливать мяч. Витала входит в штрафную, это 2-0, да. И это Кевин Гамейра по пустым воротам пробивает. И счет 2-0. Анет Елеусинов. Делает счет 2-0. Хорошая атака. Очередная. Ну, дыры прям такие отчетливые в обороне Мурата Нурхожаева. Мурата Нурхожаева. Ислама Бакытова, конечно же, дорогие друзья. Мурата Нурхожаева. Почему это мне сегодня Мурат в первом матче же почудился, повиделся? Ну, не знаю. Наверное, может быть, Мурат сегодня в этом 28-м туре выиграет. Раз, собственно... Решил я вдруг его вспомнить на матче Ислама Бакытова и Анета Елеусинова. Ну, бывает, дорогие друзья, бывает, конечно. Ну, кстати, а после этого матч как раз-таки Мурата Нурхожаева против Кирилла Иванова. И, может быть, из-за этого, хотя я не знал. Лукаку пробивает, и Ян Облак
наряду с Кевином Гамейро пока лучшие игроки в первом тайме у Анетты Лиусино. Корея. Гамейро. Томас. Хороший пас. Верхом в разрез. Но внимание, Матич на месте. Валенсия. Поль Погба. Барсиаль. Пас дальше. Лукаку. Решфорд. И ошибается. Молодой англичанин Диего Годин здорово сыграл в отборе. Бои. Матич. Снова Погба. Дальше. Андер Эррера. И все. И снова Диего Годин. И снова атака Ислама Бакытова заканчивается тем, что центральный защитник мяч отбирается. 4 минуты добавлено к первому тайму. Это очень много. И есть возможность забить у Ислама Бакытова. Что он и делает. Прям в раздевалочку отправляет Колешник в исполнении поля Погба. Ворота Яна Облака. Смотрим еще раз. Там от рикошет от Филиппа Луиса. Облак падал в одну сторону. Филипп Луис мяч переправил в другую. Ну, если бы не Филипп Луис, наверное, гол бы был. Через минуту, дорогие друзья, мы вернемся. Никуда не переключаемся. Армысыздар, ардақта ғайын. Ислам Бақытов пен Әнет Елеусінов арасындағы кездесу жалғасуда. Әзірше 1-2 Манчестер Юнайтед тізгін ұстаған Ислам Бақытов қазір жеңіліп жатыр. Және бұл жерде екінші тайм бастала салысымен Ислам Бақытов өзінің қақпасына пенальтиді алып келіп отырғанын көріп отырмыз. 11 метрлік айып добы. Крис Смолинг жазалы болған екен. Бұл жерде Кевин Гамейроға қарсы ойын ережесін бұзды деп қазір бас төреші 11 метрлік айып добын белгілеп отыр. Және Кевин Гамейроның өзі осы допты тебетін болады. Көрейік. Жоқ, Антуан Гризман. Және есеп 3-1. Мадридтің Атлетико командасы қазір 3-1 есепмен алға шыққан көріп отырсыздар. Енді бұл Әнет Елеусінов үшін жақсы бір басымдық деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Қақпашыны бір жақта, допты екінші жаққа тепкенін көрдіңіздер. Және осылайша Әнет Елеусінов өзінің бұл мүмкіндігін мүлт жібере қойған жоқ. Сонымен 3-1 дегенмен әлі Ислам Бақытов үшін мүмкіндік болады. Антуан Гризман бүгін кездесуде өздеріңізде көріп отырсыздар, бірінші голын соғып отыр. Дегенмен әлі ойынның екінші таймы толығымен алдыда. Сондықтан да Манчестер Юнайтед тізгінін ұстаған Ислам Бақытовта мүмкіндіктер болады деген сенімдеміз. Поль Погба, бірақ Савич оның аяғында тұрған допты тартып алған екен. Гамейро Антуан Гризманға қалдырды. Томас Пачи назарларыңызда сол қаптаумен шабуыл жасап келе жатқанын көріп отырсыздар. Допты тоқтатты, әдеттегідей артқы қорғаушыларды ойынға қосып отыр. Коке әдемі позицияда соққы. Және Давид Дехея өз орнында. Жақында ғана әлемнің ең қымбат, ең жоғары жалақы алатын бағана күзетшісі болып тіркелген Давид Дехея бұл жолы өзінің командасын аман сақтап қалып отыр. Білесіздер, жаңа келісім шарт бойынша Давид Дехея Манчестер Юнайтед командасынан 21 миллион евро алатын болады. Қазір Атлетиконың тағы да бір шабуылы, бірақ Антонио Валенсия бұл жерде сәтті қорғана білді. Савич солға қарай, алайда пас өте қойған жоқ. Дегенмен Ислам Бақытов та бұл жерде өзінің шабуылын ары қарай жасап кете алған жоқ. Және Әнет Елеусіновтің тағы да бір мүмкіндігі, алайда бұл жолы да Давид Дехея өзінің қақпасына голды жібере қойған жоқ. Әнет Елеусінов қазіргі таңда, білесіздер, 16 пайы бар бұл жігіттің. Және турнир кестесінде 14-ші орында келе жатыр. Оның бүгінгі қарсыласы Ислам Бақытов та екінші ондықтың қатарында. Қадірмен көрермендер, 28 ұпайы бар бұл Ақтау қаласының
намысын қорғап жатқан жігітте және турнир кестесінде 13-ші сатыда жайғасқан. Енді турнир кестесінде бірін-біріне жақын орналасқан екі киберспортшы арасындағы талас. Антонио Валенсия қазір шабуылға араласып отыр. Решфордқа қалдырды. Қайтадан Валенсия орталық алаңда Поль Погбамен ойнап жатқан еді, алайда Филиппе Луис бұл жерде сәтті қорғана білді. Коке Корея арқылы ойнап отыр. Шими Врсалько, Гамейро мен Коке қайтадан пас алмасқанын көріп отырсыздар. Антуан Гризманға да келіп жетті. Дегенмен Франция құрамасының шабуылшысы асырған пас бұл жолы өткен жоқ. Енді Анет Елеусінов екінші лекпен шабуыл жасайтын болады. Гризман орталық алаңға асырған пас, соққы және осымен Анет Елеусінов қатарынан 3-1 гол соғатын мүмкіндікті мүлт жіберіп отыр. Дегенмен тағы да бір шабуыл. Витала назарларыңызда, айбалаға асырылған пас. Гризман және есеп қазір 4-1 болу керек еді. Алайда тағы да бір франциялық шабуылшы Кевин Гамейроның дәл осы жақын қашықтықтан, қателеспесем 2 метрден шығар, тепкен баспен ұрған добы бұл жолы да Давид Дехея қорған қақпадан биік кетіп отыр. Савич әуедегі допқа бірінші жетті. Корея назарларыңызда. Оң қапталмен бүгін өте белсенді ойнатып жатыр. Кореяның Анет Елеусінов айбаланға келіп жетті. Және тағы да Крис Моллингтің аяғына тиген доп алаңнан шығып кетіп отыр. Және тағы да Анет Елеусінов бұрыштан доп асыратын болады. Бұл 28-ші тур, қадірменді көрермендер. Өткен турда Анет Елеусінов Равшан Бабаевтан жеңілді. Ислам Бақытов болса Ильдар Кульшмановпен кездескен, қазір әдемі соққы. Және бұл Петр Воликовтың осы Сетанта Пролига додасына шығуында міндетті түрде үздік голдардың қатарына кіретін шығар деген сенімде. Өйткені Антуан Гризманмен қазір Анет Елеусінов әдемі айналдыра салып, міне Петр, көріп алсаң да болады, үздік голдардың қатарына қосып қойсаң да болатын шығар. Шиірді және алыс бұрышқа әдемілеп допты енгізіп жібергенін көрдіңіздер. Есеп 4-1. Енді бұл кездесудің мәселесі біраз шешіліп қалды деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Енді қалған уақыттың ішінде Анет Елеусінов осы басымдығын осынан жіберіп алады дегенге әрине сену қиындау. Андре Эррера назарларыңызда. Поль Погба орталық алаңда, Лукаку, Люк Шоу және араға бір 2-3 минут сала Ислам Бақытов есеп айырмасын қысқартты да ойынның қызығын қайта кіргізіп қойды. Ну что ж, у нас очень стремительно развиваются события. После шикарного гола Антуана Гризмана тут же Люк Шоу, как только что сказал диктор на стадионе, Люк Шоу отыгрывается. Не отыгрывается, а забивает второй гол в ворота Атлетико Мадрид. И Ислам Бакытов просто так сдаваться, конечно же, не собирается. Гамейро, Гризман, Корея входит в штрафную, ложный замах, пас снова в центр, Гризман и Кевин Гамейро забивает очередной свой гол. 5-2. Ну, прям уж тут совсем плохо с ЦЗ у Ислама Бакытова. Кто не знает, ЦЗ — это центральный защитник. В данном случае центральные защитники. Но вот в самом начале трансляции я хвалил Криса Смоллинга. Сегодня Крис Моллинг и Эрик Баи совсем очень плохо играют. И по сути одни и те же голы, да, Анет Елеусінов забил. Входит в штрафную, ложный замах. Фейк-шот, как это называется. И потом прострел в центр. Там кто-то из его нападающих должен замыкать. 5 раз они замкнули. Эррера. Лукаку, выход 1-1. Вот, наконец-таки, Ромео Лукаку забил. 79-я минута встречи. Еще становится 3-5. Очень веселый, интересный матч. Ну, Анетта Елеусінова уже есть практика вести в счете преимуществом 2 мяча. В итоге
свое преимущество растерять. Например, как в матче с Даулетом Сактагановым, когда Анна Телевсинов обыгрывал Даулета 3-1, умудрился проиграть 4-3. Но под конец чемпионата, я думаю, себе такого позволить Анетта Левсинов не может. Поэтому нужно Анетту 3 очка набирать. Рэшфорд, здорово. Антони Марсиаль, болл-ролл и пробивает угловой, зарабатывает Ислам Бакытов. Ну, как я и говорил в самом начале трансляции, Анетте Левсинову нужно одержать победу. И тогда на 80% он себя обезопасит от последнего места. Лукаку пробивает облак. И как здесь Поль Погба не забивает. Вот если бы сейчас забил 6-й номер Манчестер Юнайтед, я думаю, концовочка была бы у нас очень веселая, потому что Ислам Бакытов, как мы убедились, даже ни на что не претендует, все же хочет в этом матче очки, набрать. Валенсия, Погба, Антони Марсиаль, Лукаку, Марсиаль, Погба с левой ноги не пробил, потому что Корре вернулся в свою штрафную площадь, отработал как такой правый защитник и здорово заблокировал удар. Еще одна атака Ислама Бакытова. Антони Марсиаль пробивал, Видала уходит и угловой зарабатывает представитель Актау. Марсиаль, подача в штрафную, облак в очередной раз выходит и кулаком выбивает мяч. И контратака у Анетты Левсинова. Габи. Пас в центр. Здесь Саул Нигес. Габи. Ой-ой-ой, это очень опасно. Может быть, что ты творишь, Анет? Ох, дорогие друзья, если бы эта атака закончилась взятием ворот. Ну, просто феноменальный гол бы получился. Там и финт. И удар с левой ноги. Лонгшот в дальний угол. Но, и, к сожалению, не залетел мяч. Очень обидно. Годин. Пас на фланг. Здесь Габи. Снова Габи. Ну что ж, можно еще пофинтить. Нет. Решил отдать пас на Гризмана, но здесь на Торреса, точнее, даже. И Смолинг опередил своего старого знакомого, потому что, по-моему, Крис Смолинг и Фернандо Торрес все-таки еще против друг друга действовали в АПЛ. Аут будет вбрасывать Анетта Левсинов, а точнее его Атлетико Мадрид. 4 минуты добавлено к нашему матчу. И Анетта Левсинов, я думаю, все же уже своих 3 очка наберет. Гризман входит в штрафную. Антуан Гризман! 6-3. Что ж ты будешь делать? Все под копирку. Но, дорогие друзья, один красивый гол у Анетты Левсинова уже случился. Что вам еще надо, да? Как говорится. А все остальное нужно делать не на красоту, а на результат. Что, в принципе, Анетта Левсинов нам сейчас и доказывает. Ему очень нужны 3 очка. И как забиваются голы, совершенно не важно. Я не хочу не сказать ничего насчет того, что все голы получились однообразные. Без разницы. Главное, что 3 очка достаются Анетте Левсиновой теперь уже официально, потому что матч у нас заканчивается. Кевин Гавейра, герой этого матча, 6 ударов и 3 гола. Хет-трик оформляет Кевин Гамейро. И мы поздравляем Анетту Левсинову с победой, очень важной. И теперь у Анетты Левсинова становится, сейчас вам точно скажу, 19 очков. 19 очков. И, собственно, Анетта Левсинова, как я сказал, себя практически обезопасил от вылета. Первый матч 28-го тура у нас заканчивается. Никуда не переключаемся, дорогие друзья. И совсем скоро мы вернемся.